Всем привет, друзья! И сегодня мы попробуем изучить такой элемент, как лачгейнер с локтей. Элемент довольно-таки интересный. Честно говоря, я никогда его не пробовал, поэтому, как всегда, буду изучать его вместе с вами. Elbow flyaway. Не знаю, почему я его никогда не пробовал, ведь на вид элемент кажется довольно простым. Единственное, что нужно понять, каково это висеть на локтях. Я это тоже никогда не пробовал. Это самая простая вариация лачгейнера с локтей. Есть, конечно, и другие вариации. Можно локти забрасывать не сверху, а снизу на турник и делать также лачгейнер. Также есть вариация, когда мы делаем гейнер из положения типа горгульи. Это турник под локтями, мы размахиваемся и делаем гейнер. Но это вообще стрёмная тема, поэтому к другим вариациям вернемся позже. А пока что начнем с базы, с бейсика, как любит говорить Полыч. Basic, просто basic. Ну ладно, не будем тянуть кота за яйца, не будем тянуть кота за хвост, приступим к подводящим упражнениям. И первое подводящее упражнение – это обычный лачгейнер. Давайте вспомним, как он делается. Помнили? Легко? О, как-то легко. Легко. А второе подводящее упражнение нужно попробовать повисеть на локтях, чтобы ощутить, каково это. Как видите, для этих целей я специально надел лонгслив с длинным рукавом, чтобы была хотя бы какая-то защита для локтей. Честно сказать, упражнение не из самых приятных. Как приятно! Здесь, похоже, ситуация такая же, как и с подколениями. Если делать очень много элементов с подколением по типу топорика, дробика, то подколения начинают стираться и печь. Элемент очень легкий, но очень болючий. Также и с локтями. Поэтому наша задача научиться лачгейнер с локтей как можно скорее. Желательно за несколько попыток. Для того, чтобы убрать страх, размягчим хорошо место приземления. Оно как бы и так мягкое, но можно сделать еще мягче. Самый большой страх здесь, по крайней мере у меня, это зацепиться ногами по турник. Так как плечо раскачки становится гораздо меньше, то в теории и крутка будет происходить гораздо ближе к турнику. Поэтому ноги постараюсь поджимать как можно сильнее. Ну что ж, время попробовать. Стрёмная шляпа. Я соскользил с локтей, потом взялся руками. Надо попробовать дать посильнее раскачку. Двойная защита. Есть. Это очень больно, скажу я вам. Делать стрёхкачи, видимо, плохая идея, потому что это очень болезненная тема, особенно для таких, как я, кто никогда не висел на локтях и не привык к таким ощущениям. Поэтому будем делать с одного кача. Вот так вот мы сегодня с вами. Научились лачгейнер с локтей. Все, больше мне нет желания его пробовать. Ладно, сниму еще один ракурс сзади.
Блин, ну это очень стрёмно. Такое ощущение, что я сейчас ногами войду в турник. Как локти болят. Я вообще не понял, нахуя делать на такое время туториал. Ну а почему бы нет? После лачгейнера с локтей будьте готовы к таким последствиям. Ну что ж, друзья, вот такой быстрый туториал на очень простой элемент, но не очень приятный в исполнении, но все-таки для копилки элементов сойдет. Всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч! Я не понимаю, как можно так висеть, у меня руки не гнутся.